На рынке сейчас разброд и шатание. Одни акции растут на 10% или даже больше. Вчера на 40% почти выросла МГТС. Другая компания падает, такая как МРСК «Центр Приволжья». Вчера упала на 10%. И вся эта неразберихи, шумиха на рынке вызвана только одним. Это решением советов директоров относительно дивидендов. По сути, на рынке сейчас происходят следующие моменты. Первое – это решение по выплатам, что приводит к самым большим турбулентностям среди акций. Второе – выходят отчетности компаний. Если в США уже сезон отчетностей подходит к своему логическому завершению уже в ближайшие недели-две, то в России это разгар, и я думаю, еще за второй квартал многие наши компании будут отчитываться в сентябре, а кто-то даже и в декабре. Хотя такое вполне возможно, потому что «Газпром» отчитал совершенно недавно. Что еще у нас есть? У нас есть вот этот разброд и шатание в виде сильных движений, и это все приправлено соусом под названием «Иск Башнефти к системе». И сегодня мы попытаемся с вами разобраться. Если АФК-система теоретически даже проиграет этот суд, то и выплатит эти деньги, сколько же тогда должна стоить АФК-система в случае выплаты этой суммы? Вот. Также мы с вами разберем основные дивидендные драйверы, которые сейчас есть, где есть интересные и вкусные дивиденды, а где лучше воздержаться от покупок. Итак, поехали. Начнем, пожалуй, если мы говорим про дивидендные компании, начнем, наверное, с них. Это Ростелеком. Начнем с наших многострадальных телекомов. Сейчас покажу. У нас появился, кстати говоря, не могу не показать, что у нас наш сайт развивается, Wall Street Pro, и у нас появился календарь, вполне хороший, который я сам заполняю и которым пользуюсь. У нас появился календарь, во-первых, отчетностей, да, он, в принципе, был сейчас, он самый полный, и календарь дивидендный. Со временем он будет еще улучшен, но то, что есть, уже, в принципе, достаточно, чтобы вам видеть, какие ближайшие дивиденды вы можете получить в каких компаниях, да. Соответственно, чуть позже будет и история всех дивидендов по каждой компании. А что мы сейчас видим? Буквально вчера совет директоров Ростелекома порекомендовал выплатить, вот мы видим, 5,387 тысячных рубля на акцию. Соответственно, Ростелеком прев дешевле стоит, и мы видим, что доходность на вчерашний день составила 9,4%. В принципе, если мы посмотрим на Ростелеком префы, то они припали, то есть мы видим, они в 2016 году падали с 73 рублей до 56, то есть это предсказано было, многие видели ежеквартальные отчеты Ростелекома и понимали, что он просто не заработает столько денег, чтобы выплатить дивидендов, как в прошлом году, хотя Ростелеком пришлось сейчас очень серьезно напрячься, чтобы заплатить эти дивиденды. Напоминаю, скорее всего, Ростелеком станет владельцем контрольного пакета нашего любимого с вами дискаунтера в лице Теле2. Вот, в общем, там интересный такой момент сейчас с Теле2 и Ростелекомом. МТС сейчас льют, последние несколько дней хорошо так заливают, видимо, заодно вместе с АФК-системой, потому что АФК-система владеет МТСом. Получается совершенно глупая ситуация, да, когда капитализация МТСа, по-моему, в районе там 500 миллиардов рублей сейчас, а АФК-система владеет половиной МТСа, да, то есть как минимум только доля МТСа в системе должна составлять порядка там 200-250 миллиардов, только доля МТС в АФК-системе, вот, а сейчас капитализация системы, по-моему, в районе 120 миллиардов всего, вот, то есть как, очень такая идиотическая сумбурная ситуация сейчас у нас на рынке появилась. Вот. МТС поэтому подсливают чуть-чуть, но помним, да, что совет директоров, менеджмент всеми фибрами души за то, что выплачивать хорошие и сочные дивиденды акционерам, тем более АФК-системы, эти дивиденды очень сильно понадобятся на случай выплаты баснословной суммы денег, да, по иску Башнефти, соответственно, дивиденды, скорее всего, будут выплачиваться. И здесь есть такой небольшой догадки по поводу МТС. То есть они заключаются в том, что если АФК-система, да, вынуждена будет заплатить эти 106,6 миллиардов рублей, то где она может взять деньги? Естественно, ее самый главный денежный генератор – это компания МТС, которая генерирует, за 2016 год они сгенерировали порядка 50 миллиардов рублей чистой прибыли. Ну вот, соответственно, вот эту чистую прибыль 50 миллиардов, да, то есть МТС, в принципе, за 2 года уже, правда, МТС принадлежит только 50% АФК-системе, но вот, тем не менее, они будут в виде дивидендов вытаскивать. Соответственно, что может сделать АФК-система, да, то есть она сейчас начнет высасывать из всех своих компаний
которые торгуются в том числе на открытом рынке. Это и Детский мир, это и МТС. И уже вчера вышла новость по МГТСу. Заплатят рекордные дивиденды. То есть просто начали вытаскивать всю ликвидность из компании для того, чтобы ее собрать. Скорее всего, в головной компании, в головном холдинге. Поэтому что мы видим? Мы, во-первых, видим, что МГТС, да, вчерашний день, вот я вам просто покажу, вчера на 40% выросла акция, на 30 с чем, на 37, по-моему, да, и вот еще сегодня, вот рост 8%, но рост сегодня достигал опять 25-26%. То есть что происходит сейчас? Сейчас из МГТСа 22 миллиарда, это половина, чтобы вы понимали, прибыли МТСа за прошлый год. Попадет в МТС. 22 миллиарда. Это очень хорошее поступление для МТС. Поэтому есть все шансы, что МТС может теоретически, да, то есть они сейчас закладывают МТС, что они до 2018 года будут платить не менее там, 25 рублей на акцию. То есть получается даже сейчас, если вы купите МТС, у вас уже чуть больше, чем 10% доходность. А если цена акции еще и припадет, то вообще будет шикарно. Есть шанс того, что система может выплатить из МТС не 25 рублей, а больше. То есть они могут, да, залезть глубоко, как говорится, в капитал, но из МТС изъять эти деньги. Поэтому, возможно, там через какое-то количество месяцев, да, в зависимости от того, куда будет идти иск АФК-системы, мы, может, увидим, что МТС однажды заплатит там не 25, а там 40 или даже 50 рублей на акцию. То есть это может быть одноразовая выплата, да, фонд спасения, как говорится, системы, но такое может теоретически произойти. Поэтому МТС вот как следующий потенциальный плательщик гигантского одноразового платежа в виде дивидендов. Дальше мы идем с вами. Пока по Мегафону там ничего интересного. Да, кстати, сегодня вышла новость о том, что на территории Украины запрещено теперь вести... Точнее, не вести, а гражданам Украины, да, и те, кто находится на Украине, посещать сайты ВКонтакте, Яндекс, Mail.ru, Одноклассники, ну, еще ряд компаний, по-моему, там РБК, ТНТ, по-моему, Comedy Club не смогут смотреть, то есть официально, ну и так далее. То есть вот такие у нас интересные новости выходят, то есть ограждается чем только могут от нас. Ну, не знаю, насколько это полезно. Мне кажется, бесполезно, потому что наша группа ВКонтакте теперь, получается, тоже недоступна для жителей Украины. К сожалению, к нам, кстати говоря, очень много заходит. Порядка, наверное, 10%, кто у нас в группе, это как раз-таки идет с Украины. Поэтому, к сожалению, мы потеряем часть наших пользователей. Это не очень хорошо. Поэтому, ну, мы политику здесь не обсуждаем. Это, я думаю, каждый сам для себя решит, насколько это хорошо или плохо. Кто-то воспринял это очень хорошо, да, кто-то очень плохо. Ладно, переходим теперь к металлургам. Вчера или сегодня уже, сегодня, по-моему, с утра появилась новость о том, что, ну, ожидаемые события НЛМК было включено в индекс MSCI. Соответственно, что это дает вообще, индекс MSCI? Это дает увеличение ликвидности компании, потому что за счет того, что идет приток международных денег, это, то есть, компания, включенная в индекс MSCI, позволяет, то есть, фонды, которые ориентируются на этот индекс, обязаны, по сути, купить те акции в той пропорции, которая в этом индексе есть. Соответственно, мы видим, что НЛМК сегодня растет на более чем 3%, на фоне того, что действительно фонды, скорее всего, покупают, плюс спекулянты, потому что в нашей группе инвесторы под эту шумиху тоже закупаются, и надеются, что НЛМК на этом фоне очень серьезно сильно вырастет. Учтите один такой факт, что индекс MSCI — это вещь хорошая, это улучшает ликвидность и авторитет, и репутацию вообще компании, но насколько это позволит сильно вырасти котировки, я тут сильно сомневаюсь, потому что есть конкуренты. НЛМК сейчас платит практически всю прибыль в виде дивидендов, и как бы пока сильно куда-то расти в дивидендах и так далее нет возможности. Тем более есть конкурент, это Северсталь. Северсталь сейчас опускается в цене. Тем не менее, у Северстали дивиденды даже более достойны, насколько я помню. Сейчас, может, чуть-чуть, да, из-за того, что цены скачут туда-сюда, я могу немного ошибаться, но дивиденды, по-моему, по Северстали даже выше получится. Притом, не забываем, Северсталь — это лидер по рентабельности. Компания самая крутая среди металлургов. Ее сейчас заливают.
и заливают также ММК. Да? То есть мы видим вот эти два дня, даже уже не два дня, а пять дней, с 36 до 32 заливают самую, получается, дешевую компанию среди сталелитейщиков, и Северсталь льют. Есть предположение, что продают Северсталь и ММК и перекладывают в НЛМК. То есть, получается, все три металлурга, Северсталь, НЛМК и ММК, это достаточно хорошие компании с точки зрения сейчас фундаментального анализа. То есть очень низкий уровень долга, высокая рентабельность, все хорошо, хорошие дивиденды. То есть как бы идеальные компании, если не считать одного фактора, это все-таки сталелитейщики, это цикличные компании. И у них есть период, когда они зарабатывают очень много денег, есть период, когда они теряют эти деньги. И здесь вовремя, как говорится, нужно из них спрыгнуть, с поезда, пока он не ушел вниз, потому что если посмотреть историю сталелитейщиков, это движение, допустим, Северсталь с 200 до 700, потом 700 до 50, с 50 до 550, с 550 до 200, с 200 до 1000, и вот сейчас идет откат. Соответственно, многие боятся, что вот, как, после того, как компания выросла с 200 до 1000, то есть это 500%, в принципе, все сталелитейщики примерно плюс-минус так выросли, сейчас пойдет цикл снижения. И вот они выпрыгивают из сталелитейщиков. И тем самым увеличивая доходность для вновь прибывших. Дивиденды повышаются у компаний, цена на акции падает. То есть вот так вот. Соответственно, НЛМК, мне кажется, потолок у него 115, мне кажется, где-то вот так. При текущей, как бы, если мы берем в вакууме рынок, что он никуда не двигается, нет никаких новых новостей, вот где-то 115, но это уже перебор, потому что в этом случае доходность дивидендная у него резко снизится, и, скорее всего, многие зафиксируются и обратно в ММК прыгнут, или там в Северсталь, потому что дивиденды выше. Плюс ММК есть куда развиваться и есть куда расти с точки зрения дивидендов. Вот, поэтому такая ситуация с металлургами сейчас. В принципе, если у вас есть эти компании, на мой взгляд, пока их можно спокойно держать. Цены на сталь, исходя из последних отчетов квартальных металлургов, находятся на хороших уровнях, снижения пока нету, все чудесно. Пока безоблачно все. Ну, как знаете, бывает, сегодня солнышко, да, а после обеда дождь полил. Ну, мы забыли совсем про ГМК Норильский никель. Он сейчас трендом-то хорошо идет вниз. Всему виной, вот мы посмотрим сейчас два графика. Значит, слева это график алюминия, справа это график индекса на никель. То есть мы видим последнее время, начиная даже с начала года, индекс на никеля падает, и вообще цена на никель на международном рынке, соответственно, падает. Но падение не настолько сильное, насколько падает сам Норильский никель. Если вы помните отчет за 2016 год, в презентации менеджмент Норильского никеля сказал, что по сути себестоимость производства никеля у них отрицательная за счет того, что все остальные металлы, которые они продают, покрывают с лихвой все издержки. Поэтому если даже никель, цена на никель упадет в ноль, компания, ну, не могу сказать, что она будет мега прибыльной, да, но компания не разорится, даже если она пойдет, грубо говоря, в ноль. Соответственно, сейчас, с учетом девальвации, Норильский никель, как крупнейший в мире производитель никеля, выглядит не просто лучше всех остальных своих собратьев, а просто шикарно, да, то есть себестоимость производства настолько низкая, что даже при падении цены компания будет зарабатывать очень-очень неплохие деньги. Тем более мы понимаем, что если даже цена упадет еще ниже на никель, то многие конкуренты Норильского никеля вынуждены будут закрыть свои заводы в связи с тем, что это нерентабельно становится производство для них этого никеля. Ну и цена, опять же, выправляется. Поэтому многие аналитики из сферы commodities не ожидают, скажем так, падения цены на никель сильно еще ниже текущего уровня. Вот. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть ГМК Норильский никель вот в районе 8-8,5 тысяч рублей как добор в портфель, потому что ГМК Норильский никель обладает хорошей дивидендной политикой и выплачивает четко и понятно дивиденды поступают на счет акционеров. Я мог бы сказать про «Русал» много, вышел отчет, в принципе, ситуация в «Русале» улучшается, можете почитать на сайте, у меня есть отчет по нему. Пока инвесторы не особо видят и не дергают «Русал», причина-то масса, не видят внутреннее состояние «Русала», не хотят связываться и так далее. Есть более интересные истории, пока «Русал» находится в дрейфе, да? Соответственно, объемов у него там нет. Но как только появится интерес со стороны крупных институциональных инвесторов, пожалуй, и мы можем тоже в поезд этот прыгнуть.
Что еще нас интересует? Итак, давайте мы дошли с вами до АФК-системы, постепенно спускаясь вниз по нашим графикам. И вот АФК-система, она упала с 22 рублей, уже сейчас 12,73. Падение продолжается. Что мы можем здесь сказать? Давайте примерно оценим, до скольки может упасть цена акции АФК-системы. Для этого нам потребуется несколько вещей. Первое, ну вот я, чтобы вам было тоже видно, открыл карточку АФК-системы. Количество акций, находящихся в обращении. И мы сейчас возьмем с вами калькулятор и посчитаем. И посчитаем, сколько же уже компания потеряла. Итак, берем обыкновенный калькулятор и перемножаем. То есть количество акций в обращении 9 миллиардов 650 миллионов. Вот столько акций сейчас в обращении. Значит, когда цена была 22 рубля, это буквально за день до падения, капитализация, 9 миллиардов 650, раз, два, три. Вот. Умножаем на 22, капитализация была 212 миллиардов рублей. То есть даже на тот момент цена АФК-системы, то есть акция торгующаяся, была равна только доле по капитализации в МТС. То есть мы брали, то есть детский мир доставался нам бесплатно. Сейчас же получается, что АФК-система, то есть она была 212 миллиардов, да? Теперь давайте представим, что иск, она проигрывает, соответственно, из компании должно уйти 106 миллиардов. 106 миллиардов, раз, два, три. Вот. То есть капитализация компании, если иск все-таки будет проигран, должна составить, грубо говоря, да, мы, естественно, мы сейчас делаем очень много допущений, да, мы сейчас вот просто как считаем, как говорится, напрямик. То есть цена тогда должна быть 106 миллиардов, да. То есть капитализация 106 миллиардов достигается при цене 11 рублей. Смотрите, мы берем 9 миллиардов 650 миллионов акций, умножаем на цену АФК-системы при 11 рублях за акцию и получаем 106 миллиардов. То есть получается, что если даже АФК-система проигрывает иск, то ее цена должна быть в районе 11 рублей. Сейчас рынок оценивает компанию, ну, чуть больше, да, то есть 12,73. И получается, что АФК-система уже почти стоит столько, сколько если она должна была стоить, если проиграла бы иск. Но надо учесть еще ряд факторов, таких как, например, сегодня вышла новость в «Ведомостях», о том, что юристы уже называют иск, скорее всего, ну, абсурдом и маловероятным, что это исполнится. Но надо не забывать, опять же, в какой стране мы с вами живем, да и какой есть административный аппарат, давление на все вот эти органы, которые принимают соответствующие решения. И даже если мы с вами заложимся на то, что суд будет проигран, вот примерная цена, по которой АФК-система должна стоить с проигранным судом. А теперь еще один момент такой. Давайте посмотрим, что будет, если все-таки их заставят выплатить. Мы возьмем с вами простой отчет АФК-системы за 2016 год. За первый квартал 2017 нам еще недоступно, но будет очень интересно посмотреть отчет АФК-системы за первый квартал 2017 года, чтобы видеть текущее состояние дел в финансах. Итак, что мы видим? Ну, во-первых, интересный такой момент, что у АФК-системы есть денежные средства, их эквиваленты на 60 миллиардов. То есть больше, чем наполовину, это денежные средства холдинга. Правда, здесь нужно сделать несколько допущений. Во-первых, консолидированная финансовая отчетность АФК-системы основана на консолидации ряда бизнесов. То есть если бы мы смотрели, там, грубо говоря, МТС, или мы смотрели какой-то отдельный актив, то производственный, да, то там было бы все понятно. Но здесь получается, вот мы все, что с вами видим, это консолидация и МТС, и детский мир, и тут еще включено МТС-банк. Ну, представляете, да, совместить там МТС и МТС-банк, да, один занимается кредитной деятельностью, абсолютно по-другому считается, да, абсолютно по-другому смотрятся коэффициенты. Другое дело, там производственная какая-то компания. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что есть денежные средства, их эквиваленты. Это консолидированные средства со всех компаний, которыми она владеет. Но есть еще и, смотрите, есть займы, выданные и прочие финансовые активы. То есть есть займы, которые АФК-система якобы выдала, да, то есть это и должны вернуться. То есть у нее есть 60 миллиардов, плюс 62 миллиарда теоретически должно вернуться. Плюс еще есть дебиторская задолженность на 60 миллиардов, то есть это 180 уже миллиардов. И есть еще товарно-материальный запас, который можно продать. Вот, 180 счет, 200, получается 260 миллиардов.
Я говорю сейчас в идеале, в вакууме, если мы не рассматриваем бизнес. То есть активов текущих достаточно. Но здесь, видите, они включили отдельно 62 миллиарда, это займы, выданные и прочие финансовые активы. Согласно пункту 20, это по сути активы МТС банка, выданные в виде кредитов. То есть ну, невозможно взять так и сразу обналичить их. Это раз. Во-вторых, денежные средства и их эквиваленты невозможно просто взять, а вот так вот 60 там, миллиардов и выплатить. Скорее всего, часть этих денег используется в обеспечении этих кредитов. Да, или как-то там заморожены. Соответственно, вот есть отдельные еще денежные средства, ограниченные в использовании. Также это возможно, надо опять же смотреть, средства под обеспечение выданных кредитов. Поэтому с точки зрения ликвидности у АФК-системы достаточно средств, в принципе, да, чтобы не обанкротиться. Достаточно средств, чтобы не обанкротиться. Но мы если посмотрим доход АФК-системы за последнее время, да, вот мы возьмем, допустим, 2016 год, компания чистая прибыль за год, да, тут надо опять же учесть специфику все-таки АФК-система, то есть они получили прибыль налогообложения 39 миллиардов, заплатили половину в виде расходы по налогу на прибыль. Вот, и чистая прибыль продолжающей деятельности 17,9 миллиардов. Прекращенная деятельность и так далее. То есть ну, здесь получается 9 миллиардов они заработали за 2016 год и 46 миллиардов за 2015 год. Да, очень странно. То есть нельзя сказать, сколько вот точно заработала АФК-система в 2017 году, с учетом того, что их прибыли очень сильно прыгают вверх-вниз. Но если мы смотрим даже по МТСу, то есть если МТС выплачивает всю чистую прибыль, получается как минимум АФК-система получает 25 миллиардов только от одного МТСа. Плюс остальные компании, которыми она владеет. По моим примерно прикидкам, АФК-система может, если она начнет вытаскивать деньги, то она может вытащить спокойно до 40-50 миллиардов в год в виде чистой прибыли из своих бизнесов. Соответственно, иск от Башнефти – это 2 годовые прибыли АФК-системы. Пережить может? Может. То есть компания, даже если удовлетворит этот иск, и даже если сверху еще добавить какой-то, спокойно должна пережить все вот эти передряги, которые вложились на ее голову. Вот. Поэтому, на мой взгляд, цена от 11 рублей может быть интересна. Но не забываем другой момент, что иск иском, да, но что на самом деле преследует начавший этот иск компании. Возможно, АФК-система просто попала, как говорится, не туда, не в то время, не в том месте. И за этим иском последуют другие иски, другие, третий, пятый, десятый. Поэтому все зависит от целей, которые ведут данные товарищи, и чем все закончится. Будем следить за новостями. И последнее, что хочется сегодня отметить, это Сургутнефтегаз. Вчера были объявлены дивиденды. Дивиденд составил 60 копеек. Это соответствует доходности 2%. На самом деле Сургутнефтегаз встретился. У Сургутнефтегаза убыток появился впервые за многие, по-моему, вообще за всю историю, если так вспоминать. В общем, совет директоров принял решение, если раньше он бы, скорее всего, не выплатил никакого дохода, потому что убыток по компании, то сейчас решили все-таки 60 копеек заплатить. 2% ни много, ни мало, но хоть что-то, правда? Вот, соответственно, ждем уже следующий год, и, возможно, в следующем году Сургутнефтегаз заплатит больше денег. В принципе, на сегодня, наверное, все. С вами был Дмитрий Черемушкин, будни Московской биржи. И увидимся с вами на сайте, в группе. Подписывайтесь, чтобы получать закрытые выпуски будни Московской биржи. Ссылка находится под данным видео, если вы смотрите на канале YouTube. Пока и до новых встреч. Счастливо.